Всем привет, с вами Габзор.ком. Несмотря на появление емких твердотельных накопителей и в целом снижение стоимости на твердотельнике, актуальность традиционных жестких дисков, конечно же, еще долго будет высокой. Здесь есть еще куда двигаться, есть что улучшать. В конце прошлого года компания Toshiba представила сразу несколько серий своих новых жестких дисков. Мы из этих дисков отобрали серию L200. Серия интересна тем, что можно использовать ее, во-первых, для апгрейда ноутбуков, во-вторых, как замену большим накопителем в компактных сборках, а также в качестве решения для организации внешнего накопителя. У нас на тестах версия на 1 терабайт, стоит на текущий момент она примерно 3500 рублей, что на фоне конкурентов весьма привлекательно. Поставляется он в компактной упаковке с ярким оформлением, здесь тоже экономить не стали. Напомню, что основная масса дисков жестких поставляется просто в антистатическом пакете, здесь же такое дополнение есть. Внешний L200 немного отличается по оформлению от изображения на официальном сайте. Вместо яркого оформления здесь нанесена наклейка с названием серии и всеми техническими данными. Конструктивно, конечно же, отличий нет. Перед нами классический 2,5-дюймовый жесткий диск. Элементы печатной платы с внутренней стороны накопителя защищены от повреждений, винтовые крепления сверху и сбоку. Скорость вращения 5400 оборотов. Подключается через SATA 3. Предлагаю подключить диск к тестовому стенду и посмотреть, на что же он способен. Итак, уровень скоростей здесь не рекордный, тем не менее работает он стабильно, тихо и не нагревается во время работы. Подводя выводы, Toshiba L200 станет хорошим выбором при поиске 2,5-дюймового накопителя. В плане скорости здесь открытий, конечно же, нет. Главное преимущество этой серии – дополнительный год гарантии, дается 3 года гарантии, и заявленная производителем повышенная надежность хранения. К плюсам отнесем низкий уровень шума, отсутствие вибрации и отсутствие нагрева при продолжительной нагрузке. Сбоев и проблем зафиксировано не было. С удовольствием обсудим с вами L200 в комментариях, ребят. Всем спасибо за внимание и пока-пока.